Как правило, при написании студенческих научных работ, соответствующих требованиям информативности и достоверности, используют различные источники. Онлайн-ресурсы, печатные издания, периодику. Однако простое копирование текста снижает уникальность готового диплома, реферата или отчета. Выявить подобные фрагменты позволяет комплекс «Антиплагиат ВУЗ» электронно-библиотечной системы издательства «Лань». Вопрос совершенствования программы не теряет своей актуальности из года в год. В связи с этим 14 марта в стенах научной библиотеки имени Лобачевского КФУ состоялся обучающий семинар «Информационные образовательные технологии». Здесь каждый смог поближе ознакомиться со специальными сервисами электронно-библиотечной системы «Лань» и обсудить особенности взаимодействия автора и издателя. Более того, зрители узнали о новых возможностях системы и практике использования системы в вузах и получили ответы на самые волнующие вопросы. Обязательно будут изменения. Эта система все время совершенствуется. Для этого мы и пригласили сегодня тех людей, которые все знают об антиплагиате и которые расскажут о возможностях и о возможных проблемах и новостях, которые есть в антиплагиате сегодня.